Краснодаре завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении и сексуальном насилии над девушкой, повлекшем по неосторожности ее смерть. Подозреваемый, 29-летний уроженец города Гулькевичи, предстанет перед судом. По версии следствия, 20 октября прошлого года мужчина на улице Уральской попросил у 19-летней девушки телефон, чтобы позвонить. Получив отказ, злоумышленник проследовал за жертвой, напал на нее, изнасиловал, а затем при помощи палки совершил другие действия сексуального характера. В результате потерпевшая скончалась. Следствием собрана достаточная доказательная база для передачи дела в суд.